Всем привет, друзья! Канал Масалим. В работе у нас Honda CR-V на полную шумоизоляцию. Так, салон разобрали. Арки у нас голые. Крылья тоже голые. Пол в багажнике, только вот такой вот кусочек. Либо пробили, на этом все ограничено. Смотрим, что у нас в дырях. Двери у нас голые. Такие 4 барабана. Ни единого куска шумоизоляции нет. Пол более-менее пролили. Но все равно, как видите, владельца этого не устраивает. Потолок вообще голый. Ни единого куска ни шума, ни виброизоляции нет. Сейчас подготовим поверхность и приступаем клеить первый слой.